Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все гости моего канала. Сегодня, как обычно, я покажу, приготовлю бюджетно-майонезный салат. Очередной. Знаю, что по счету. Значит, я взяла, у меня здесь вот фасоль. Фасоль, я взяла у меня консервированная фасоль в томатном соусе. Я ее помыла. Можно взять отварную фасоль, можно белую, красную, какую хотите. Сами отваривайте, можно в собственном соку, белую, красную. У меня вот красная фасоль, небольшая такая баночка, Фрау Марта, я ее помыла. Томат этот пылила, не хочу. Значит, сюда я ложу нашу, ой, наш салатник. Дальше идет у меня, здесь у меня идет отварная, натертая на терке, это печень говяжья стоит. Сколько много я получилось, я ее отварила, она у меня подсохла маленько, я ее натерла на терочке, я буду сюда ее добавлять. Прямо вот так ручкой. Ну, вообще разделю на две части, я потом вторую часть я еще делаю салатик печень говяжья. Ну, говяжья печень сейчас. Это, вот так вот. Ну, хватит. Самый другой салатик. И в контейнере, в этой пакетике. Ну что, в контейнере? У меня в пакетике. Так, внизу это все. Можно свиную, можно куриную. Ну, как-то говяжью захотела. Так, откладываем в сторону. Есть у меня большая-большая головка лука. Прям вот такая здоровая. Я ее обжарила на растительном масле. Что получилось, я сюда же это закладываю, он у меня приостыл. Можно сюда добавить перчик черный, можно 3 перца, я не хочу на любителя, я просто хочу, чтобы было вот это вот все такое натуральное. Значит, беру, я подсолю лук, я чуть-чуть присаливала, я попробовала, он не жесткий, мягкий такой, сладенький, вкусный лучок. Ну, вот так вот еще хватит. Так, беру майонез. Очень просто. Как я уже сказала, можно сюда добавить черный перец. Можно белый, любой. И буду выдавливать майонез. Вот так. Ай-яй-яй, пальчик порезанный. Больно прямо на таком месте. Так, ну что. И будем это все перемешивать. Однако будет маловато это. Потому что печень, она вообще хорошо впитывает масло растительное и майонез. Чтобы сухой-то у нас не было. Сейчас я еще добавлю, но суховатый. Какой будет у нас майонез? Вкусненький. И, кстати, майонез вкусный. Красноярский наш майонез. Давай-ка, красавец наш. О, ну хватит. Будет плавать там печень майонез. Так вот, ложим. Опять я сегодня сидя, сижу. А тут уже готово тут. Господи, раз-раз, очерикал. И все. Сейчас я хорошо перемешаю. Падет прямо неудобно держать ложку. Вот так. О, какой будет вкусняшный майонез. Ну, это тоже на любителя. Кто любит, мы вот любим лучок, чтобы она была побольше, обжаренный лучок. Так, чесночку я сюда не добавляю. Это вот такой салатик у нас будет. Простой, обыкновенный салат. На обед салат и супчик. А, красота. Красота. Ну вот. В семье как раз на раз. О, видите, как хорошо. Так, ну все. Оба. Так, это я вот туда уберу ложечку. Это сюда тоже в сторону. Ну все, дорогие мои.
Салатик наш готов. Быстро, просто, вкусно, легко и питательно. Всем приятного аппетита, дорогие мои. Так, хочу сказать, что завтра у меня день варенья. Так что, пожалуйста, поздравляйте. Я уже приготовила вон салфеточки. В двух стаканчиках нарезала. Так что завтра напьемся чаю с тортиками. Не думайте плохого, конечно. Так что, дорогие мои, да. Конечно, вот, ну, день рождения один раз в году, но неохота, конечно, вот стареть-то, когда еще молодой, нормально, а завтра мне будет 62 годика. В общем, наоборот, 26 лет. Ну что, дорогие мои, вот как-то так. Всем приятного аппетита, спасибо за просмотр. Всем удачи, везения. Пока-пока. До новых встреч.